жизни такова, то что очень часто приходится расставаться футболисту с командами. У нас момент у Алыкулова, пробивает, и Алыкулов забивает. 2-1, Неман впереди, 56-я минута, и Гулжигит Алыкулов. Шестой мяч в сезоне для этого киргизского полузащитника, и отправляется он к скамейке Немана. У Олега Радушко возникают вопросы к резервному арбитру, и смотрите, какие очки у Гулжигита Алыкулова. Ну ты просто суперстар.